Привет, Максимка. Так, давайте подходите, Максим Коломацкий. Так, ты меня слышишь? Не слышу. Слышит, слышит, он разговаривает. Ага. Ну, подходите, Ну, давайте с давайте. Максимкой. У меня тут елка, правда, не видно ничего. Извините. Так, а я не знаю, кто знает из вас Максима? Мы их знаем. Ага. Максик, привет! Меня узнаешь? Это Таня. Да. Так. Максик. Вот он отвечает. Он видит, он... Ага. Да, он отвечает через... С Новым годом, с новым счастьем. Что он отвечает? Говорит мне, я не вижу. Привет, говорит, да, узнал. Ты ага, что, без хорошо. Очков, что ли? Без очков. Это Таня Крошкина. Он узнал, сказал. Ага, да. С Новым всем годом, всем с новым всем счастьем. Залезай сюда. Так, залезай. Давайте я отодвинусь, привет, и будете привет. Сами все. Ничего, ничего, все хорошо. Залезай, вот тут, там где тарелочка. Я там в Ютубе все время твои ролики смотрю. Так, Танечка, я считаю, что Максим написал. Спасибо, вас тоже, счастья и любви. Да, да, спасибо, спасибо, спасибо. Надо в очках подходить, потому что мы переписываемся. Так, давайте я отойду. Максим, да сиди. Ты хоть нам почитай. Нас видно, нет? Да не видно, я говорю, что ты иди сюда, на моем месте. Конечно, ты не видишь без очков или дать тебе очки? Вот здесь Максим пишет. Ага. Максим, привет, это Дудуся. Меня там заблокировали, так что я первый раз... Приветики понравились, да, приветики. Дудуся-то помнишь? Видишь? Она у нас Диметрия. Людочка. Да. Я же сказала, я пишу обычно то, что... А, видишь, ну ты о всех знаешь. Ну, Максим, у нас тут еще Галя Голубенко с сестрой, но тебе не выбраться, ей не выбраться, мы ее очень далеко засунули в самый угол. Максим, поздравляем с Новым годом, пусть все будет по-новому у тебя, пусть все будет то, что ты вот задумал, все обязательно исполнится. Только вот задумай такое, чтобы вот ты знал, что это может исполниться. Вот. И обязательно это будет. Спасибо, пишет, да. Ну, как бы все, печатает, я не успеваю читать. Спасибочки. А ты видишь что, да? Я уже по привычке перевожу. Спасибо. Ну, ага. Кто хочет еще? Да, остальные там засунуты. Да, кто еще знает Максима? Ты еще не начал. Слушай, у нас половина народа заболела. Нас тут очень мало сегодня. Вот, все остальные вон самогон пьют, им не выбраться. Стола. Вот, но я не знаю, кого из них ты знаешь. Прохладно, прохладно. Эль. Да. Игорь Саулев. Галина Голубенко. Ну, про Галю я уже сказала. И Андрей К. из Москвы. Вот знаешь ты кого-нибудь? Отмечайте, ничего страшного. Ну ладно, а мы все понимаем. С Сауриди мы попозже позвоним. Мы всегда с ним позвоним. Ну ладно, Максимка, с Новым годом! Подожди, подожди. Да. Лена, не заканчивай, Люда снимает. А, подожди, подожди, нас Людочка снимает. Ну давай тогда поближе на видео. Мы потом это видео поставим. Мужская компания. Ага, все сняла, да? Спасибо всем. Хорошо, что вы есть. Я очень рад, честно. Ура, мы рады, что вы рады. Вот, как говорят, Максима. Сняла, да? То зачет идет или просто пьем? Нет. Люда снимает, еще снимает на видео. Я тебя снимаю. Вот. А, даже видно, как ты снимаешь. Да? На экране видно, да. Кавказец. Лена. Ой, Максим нас тоже снимал. Что, тоже снимаешь на видео? Ничего себе. Максик, а как ты снимаешь? Как ты снимаешь? Сейчас он наберет. Да, да. Сейчас расскажу. Ну понятно. У него камера, да, здесь? Ну, про программу какая-то. Да, 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 да. Понятно. Ну что, потом мы напишем пост о нашей встрече. Если мы на видео хорошо получились, тогда ты нас покажи. Да черт возьми, жив-то ты где? А я жил там, да. Ну так вот. Ага. Ну ладно, все тогда счастливо. Спасибо. Счастливо тебе. Счастливо. Слышит, конечно, да. Русский пришли в Бухару. Тогда, ну все, счастливо, знаете, пока. Средств крепления не было.